Жители Химок вышли на первый в этом году субботник. В городском округе начался месяц благоустройства. Стартует месячник по благоустройству городского округа Химки. Сейчас первые два дня, это у нас 4-5 числа, мы занимаемся наведением порядка в микрорайоне Подрезково. То есть здесь собрались коллеги наши по работе все, с подведомственных организаций люди. И сейчас мы распределили их по объектам, которые мы сегодня должны убрать. И люди будут работать и радоваться погоде. Сотрудники администрации и подведомственных организаций, вооружившись граблями и лопатами, отправились на улицы микрорайона Подрезково. Благоустройством вокруг домов по улицам Северная, Жареного, Новозаводская и Московская занялись порядка 150 человек. Территории большие, территории имеют большую проходимость. Вот, поэтому вот эти места в первую очередь убираются. Главная задача субботника – собрать весь мусор. Участники к своей миссии относятся с гордостью. Такая работа им по душе. Погода хорошая, свежий воздух. Чего, почему не поработать там полчасика, час? Нормально, отлично, абсолютно. Это же наша земля, наша территория, как бы мы здесь живем. В общем, я считаю, что это полезное дело, конечно. Первый субботник прошел именно в Подрезково не случайно. Завтра он пройдет здесь же, а потом активисты двинутся с северо-запада на юго-восток. Таким образом, в течение месяца сотрудники учреждений Химок очистят от мусора весь городской округ.